Забафывай, что там у тебя? Все забафил, кулаки-то, и что там было? Не за меня разбафали уже. Келе. Так, даю отчет. Five, four, three, two, one. Cast. Ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Я пока не могу прочитать. Пельмени. Видите, зеленое говно летит. Колба, милики. Не пятитесь там. Да, две роги на Джека словили, блядь. Лужи выходите. Роги коши могут скидывать. Так, красного зергайте. Колба 5 секунд. Конечно, ты танчишь профы так, как прям пиздец, как это. Вот сейчас надо тебе находиться в треугольнике. В такой тактике меньше слизня дамага дадите. Вот сейчас надо отлетать в одну сторону к столу всем. Сбежались в череп. И отлетаете к столу. Вот. На слизня не бежать. Сейчас он выберет цели сначала. Потом бежим, бьем его. Пельмени, аккурат. Полбы. Рыжий повел. Еще одного зеленого будем бить, и надо будет. Колба 5 секунд, 3 секунд. Давайте побольше, быстрее слизня и больше по боссу давайте. Вот возле зеленого его ставь, чтобы одновременно били и слизня, и босс. Возле треугольника ставь профа. Пока колб нету. Слизня зергаем. По боссу шелфир поиграешь. 7% там это. 2% до переходки. Слизня все зергаем. Ебать, ретрик минус на. После фазы его в одикон реснешь. Все, профа переводите все. Слизня добьют доты. Профа переводите. Проф пиздец, как очень далеко, блять. И хуй кто его переведет, блять. Вот вызов слизня красного, блять. Заебись. Пельмень. Лужа. Я рот ебал, нахуй, эту хуйню, блять. Перевели. Я просто рот ебал, блять. Пидорас, блядь, ебаный, нахуй.
еще и эту скидывает. Все, блядь. Бегай, бегай в этом, в коте. Все слизня зергаем, иначе вайп будет. Магом в коте бегать. Ну, в этом, как он называется. Значит, диван будешь давать по холидринку, когда скажу. Сейчас, пока он танчит, все, босс объем. Вера может. Вера уже была. Рестарт. На четвертом заберу. Колба там 3 секунды пишет. Вот, поставил вроде. Все забираю. Поставил колбу, отвожу. Давай стропон на холидринка диван. Все, снимай диван. Электрому ресой стропона. СС там не было, я так понимаю. И стропон бей. Валкар, да, и СС по инсике. 300, да? На 4. Че, забирай. Давай, инсика, диван по войду. Ставьте тотемы все на ману. Шелфир на ману читай. Ну и этот, проход вот этот, не залейте лужами. Пельмени, смотрите, летят у вас. Проход. Не залейте лужами проход. Зайдите вот, вот сюда, поставь босса, да. И сюда зайдите за лужу, блядь. Не залейте, вы там лужами зальете все. Рестака. Да, пока нормально, танчи. Так, инсика. Четыре. Что забрал? Подальше станьте вон там за лужу, в закутке, РДДшники, чтобы не дохнуть. На мне, босс. Ну отойди куда-нибудь. Не, вот на мне. Вот теперь на тебе. Забагался просто. РДДшник, есть там место где-то? Отходите в самый край куда-то, вон пельмени близко летят. Сейчас колба еще будет. Милики, готовьтесь в ебало выбегать. Сейчас пробежим туда. Все, колба, побежали. Пробегаем далеко. Ну и лям там, пробуем играть. На хп читайте все присты. 400 тысяч. На хп читайте гимн. Все нормально. Колба, осколок. Воин, охотник, шаман. Два штуки. Это фартовый, тебе осколков падает. Защитники надо кому-то? Идите на совет, ставьте шкаф там. Так, Биг Дэм там, говорят, ну через 10 подойдет. Так, кому не надо, значит, на кого бог пошлет. Давайте, твой триумф получается. Так. Если добежали, то можете сумануть. Осколок. Ага. Теперь кто там что хотел спросить, спрашивай. Забирай. Какой-то вопрос там хотели. Умоните к полидринку. Пугу колбу отдали. Ну да, у него мейнспек. Что там, суманете? Я тут спулил трэш. Я понял, бегу. Вот этот волк чей-то, блядь, охуенно агрит трэш, мне прям нравится, блядь. Я уже добежал. Можешь каплю по мне дать.
Что-то какой-то дамаг сильно лутает, дохуя, блин. Быкосты сбивали вот эти вот все, что на быкостую. А где хилы? Ну, три хила вижу. Потом у меня ревность не сработала. Это... Воятель надо кому-то? Надо экзать. Так, этот самый, ну значит, там этот хочет зайти, как он называется? ДКшник. Ну ты в рейде будь. Кто офнуться может, этот, Свитбупс или, или Макс, Макс Мифайр? Ага. Сейчас дочистим трэш. ДКшник зайдет, может воятель полутает. Так, ну я буду на двоих. Окей. Так, давай правую пачку. Советника в первую очередь залезть. Блять, а нельзя не отлетать, сука, к тому трэшу, нахуй? Или что, сука? Нельзя с другой стороны встать? Вот кто это отлетел, блядь? В МЖ, блядь. Капля есть у тебя? Да, я массакру сдал. Ага. Сейчас дам по тебе каплю. Давай. Сдал. Несика массакра есть? Капля бабл по мне, давай. Хильте прям как не в себя медведя. Все, минус нахуй. Ну, давай этот гнев небес там. Не знаю, прибегу, будет бой или нет. Давай этот. А, ДКшника нету. Понял, блять. Короче, кайтите, морозьте всю эту хуйню, примораживайте. Ну, делайте все что угодно, только не сдыхайте. Таунтите там, помогайте. Не просто так сдыхайте, а таунтите, кто там. Наджика есть там. И кайтите ту хуйню. Он давакин на рейндж отойди, таунти, отвлекающий выстрел нажми. Станы по КД давайте. Фиряйте этого моба. Вон инсика ферни. Не, ну инсика хилит. Я бегу к вам. Ретрик сдох. Все, пизда. Не помог рейду. Раскачивайте эту хуйню, не вайпайтесь только. Подхильте, кто там? Хилы есть живые? Алло. Вы чё, наверху все чилите? Пиздец, подхильте кто-то нахуй. Алло, блять. На, нахуй. Это все из-за того, что какой-то пидорас тупой, блядь, влетает в трэш и отлетает. Мне интересно, кто это был, нахуй. Кто-то заметил, блядь? Ёбаный в рот, нахуй. Вот нет просто на вас, нахуй, нихуя. Никаких, блядь, красноречия, нахуй, не хватает просто, блядь. Полидринк минус, нахуй. Привет тебе. Пизда, блядь. Ёбаный в рот, нахуй. Блять, я вот не знаю, как говорить, нахуй, когда люди на элементарном трэше, на простом, ну не агри ты две пачки, а агри одну, блять. На этой залупе вайпается целый ебаный рейд, блять. Значит, вам
тому пидору, кто туда, блядь, прилетел спиной своей, блядь. Приятно слушать это говно в свой адрес, блядь. Пиздец, я хуею. Больше всего не люблю трэш-вайпы, блядь, на трэше, нахуй. Ни разу не вайпнулись, тут надо, блядь, пиздец. Кайтить эту залупу, ну приморозь, дай корни, блядь, какую-то хуйню, дай по нему, блядь. Чё вы, блядь? Опа, там бой ехал в трэш. Компенсация, нахуй. Долго бежать будете там, блядь? Оха, поставь шкаф на сумму. Так, этот, ну ты офнись, бупс, пока. Этого рогу, это ДК суманул. Я вышел, может, ноги. Ага. И там обратно зайдешь, ты вроде. Вроде больше даешь. Нормально даешь, на лане побьешь. Ага, хорошо. А свит бупс это кто вообще? Это твит, чей-то? Нет. Я сегодня в бильду закрыл. Ага. Что-то мне показалось, что это финка. А еще раз можете, что там? И сейчас, например, может что-то еще есть там? Костя? Что? Он принимает. Сколько уже? Сколько упало сегодня? 4. Неплохо. Я не знаю, нахуй. Тебе релогаться надо или что, блядь? Или свитбупс в инсте? Может он в инсте, я сейчас релогаюсь. Давай, Сибуб, тогда обратно заходи. Расмокался. Ага, уходит. Хорошо. Все. Так, захожу, да, Жен? Да. Нет. Да, заходишь. На сова ушла. Так, ну она, видимо, ушла, но не ливнула. Заполнено подземелье, пишет. Ну, значит, он не портанулся еще. И диска. Ты портанулся, Макалстер? Да, я зашел. Так, вот. Рыба. Кто там у нас? Грим перезаходит. Бля, сериал начал смотреть, Грим называется. Что-то, блядь, так затянуло, пиздец.
Про этого. Первые три сезона нормально, потом херня. Про Роберта, да, про детектива, да. Бёрхер, блядь. Бёрхер, ну. Ну я второй сезон только смотрю. Не, ну говорят тоже это, что типа сверхъестественное, там дальше пятого сезона хуйня. Ну не, ну я так сверхъестественное все посмотрел, блядь. Есть смешные серии, чек на пол. Давакин, Энсика и Гримзон. Гримзол готов? Это все на пул из пула на Войда. Вон Валанар и Талдаром стоит, блядь. Пинг 3К, похуй, просто чиль, это. Чиль, постой, почиль, блядь, потом это раздуплишься. Даю отчет. Ты на эту, на кинетику, скажи кому. На кинетику, вон. Этот. Хант, короче, ну кто там? Хант один, второй ушел. Потом кто еще? Ну кто там самый слабый ДПС? Вон Максим, Фаер там бей, кинетику. А, да, я понял, блядь. Не учили, да, нихуя? Бейте кинетику в сердце, да? Вон она падает на ступеньках. Грилли. Похуй, пускай лежат, блядь. Давайте Геро. Там для справки, если что, если вот в будущем ходите в рейды ходить, блядь, чтобы мне как попугаю не рассказывать вам эту ебаную тактику на каждого из 12 боссов, блядь, в этом ебаном инсте, блядь. Удосушьтесь, блядь, прочитайте, блядь, у каждого босса там по 3 способности, блядь. Прочитайте эту всю хуйню на обычку. И потом на Геру еще прочитайте, когда в Геру будете идти. Чтобы вы понимали, что тут делают боссы. Вот этот пидорас, который Талдаром, он шарик огненный призывает. Вот на него надо, на его пути избегаться, чтобы он разрядился, когда до цели долетел, не шотнул цель. Этот, который первый был, Валанар, он вызывает могущественный выхорь. Этот выхорь, он взрывается под каждым игроком по 12 тысяч урона от физухи. Если вы стоите в одной точке все, то это будет ваншот. Соответственно, надо набрать раньше между собой 12 метров. Келесит, вон тот пидорас, которого паладин танчит. Он стреляет копьем и вызывает черные шарики. Шарики нельзя бить никому, кроме танка. Нельзя уешить, нельзя срывать агро. Потому что когда хп активное на Келесите, он бьет по 100 тысяч своим теневым копьем. Для этого нужна защита на танке, поэтому не бейте шарики черные. Смотрите за агро. Вот сейчас по агро сейчас Вадикон обогнал Хулидринка. Надо стопнуть дамаг. 2 секунды смены цели. Вот, могущественный выхарь. Можешь Инсика массакру дать. Вот. Внучок, для тебя гайд отдельный. Ложный выпад на панель утаскивай. Есть у тебя такая хуйня? И на каждый могущественный выход ты нажимаешь эту хуйню. Минус 50% урона по области. Ну 60, я хуй знаю, не помню. Да, по-моему, 50 было. Вот вихрь, вот давай, ложный выпад. Массакра. Вот, другое дело, блядь. Чё, Биг Дэм, ты на шипешника заходишь, да? Тут поебень, просто челики ДПСят мало. С кого-то сменим. Как раз Лана. Катушка, плечо, кожа, дух. И танковские руки. Так. Катушка, значит. Там да. Же пух есть. Пух. И осколок. Это вот хорошо. Это пятый уже. Кидайте ролл это, на да? Катушку. Просто мне на этом КД-1 упал, блядь. Чтоб с 12 боссов. Так, где там? А ему надо вообще катушка? Нахуя тогда? А, вот 85. Так, 90 урили. Так, 99 фермак. Так, и ПГП смотрим. Получается, что... Шура какой-то, блядь. Там отойдите, трэш, алё. Пинг, Светоса.
Так, Шура, Прям закидываем. Ну да, курни минутку. Так, Святосу закидываем, да? Там выше Волкар 50 жмет. Потом там Фаермаг. У него посох. Давай, Шура. Так, ну это говно на распыл, все. Только не сдохните, там три моба, блядь. Не выпанитесь. А, сейчас я ему дам на осколок хуйню. Выбирай. Забирай. Не, ну красавчик. Когда, блядь, люди играют, это заебись. А не то, что твинк там, блядь, 5к ДПС, тактики, норм, блядь. Сейчас тактик может мне стан дать. Может и не может. Тактика добиваем. Так, кого чилить там отправить по ДПС, я смотрел. Вот можно Максим и Фаера. Остальные вроде получше играют. А, этого точно мистеревского мы ДКшника отправим чилить. Он же ничего нам не дает, ни когтей, ни хуя. ШПшку бустит, то есть. ШПшку? В принципе, тогда можно Максим Фаера убрать. Максим Фаер, ты это? А, он тактики, говорит, знает. Кто, у кого с тактиками на лане проблема? Есть такие? Чтобы нам сразу не страдать, блядь. Ну, у тебя понятно. Короче, кого-то почилить надо отправить сейчас на лане. Биг Дэму взять по домашнему. Да, я пойду, маг. Кто-кто? Какой? Ну, который самый слабый. Ну этот Макс. Макс. Да, да, да. Ага. Да. Ну ты это далеко не уходи, там, ВЕП получишь. Может на Вальку зайдешь. Ну, в принципе, и только если там все шмотку какую-то уступят тебе. Я думаю, там что там? Ну, Гурдак, допустим, падает, не знаю, надо тебе, нет. А так что там еще падает? Жезл боешный. Ну я тут, если что, сижу. Ага. Стрим сейчас подрублю вам, чтобы было весело. Вот стрим Диси. Какое веселье, да? Чтобы они учились, как делать не надо, да? В смысле, как не надо, блядь? Тут гайд, блядь, вообще как, блядь, за медведя танковать. Такой гайд где еще найдешь, блядь? Нигде. Вот смотри, блядь. Хуяк сбил каст мобу. Сейчас надо грамотно на лане сейвы распределить гимны. В принципе, два сейва есть. Гимна 3 штуки. Нормально должно быть. Чего тут пидор сагрил? А, бля, нихуя себе, все сагрились. Просрал гайд, получается. Получается, херовые гайды у тебя. Че, херовые гайды? Херовый гайд у тебя получается. Да. Че вот моб пошел вниз, я хуй знаю, что это за хуйня. Банулся совсем. Смотри, просто по аристократу стан, опа. Причем избил каст и еще и станом дал, блядь. Просто, блядь, спингом 5000 нахуй. Это наеб был, конечно. Там у вас тактик, блядь, я тут позабавляюсь с верховным магом. Смотри, блядь. Коте ему набью это комбо поинты, блядь. Тварь, куда ты убежал? Смотри, стан просто от кота. Опа. Сейчас еще смотри. Хуяк такой на гримзола смотрит. Сейчас хуяк с 3 кастовать начнет. Хуяк. Просто, блядь. Сбив коста, блядь, от медведя. Какие-то платные уроки даешь по танкованию? Платные? Ну, блядь, да не, в смысле, все бесплатно, только, видишь, на это все время надо. Ну, это первый урок бесплатно, да? Демо-версия.
Не, это вообще не демо-версия. Отойдите, близко не подходите, ё-мо. Отойдите подальше. Этот, на сопрот давайте обмен медведю. Значит, я буду МТшить, ты там хулидринг этот не жми, как он называется. Даун, блядь, не нажимай. На пулы только на войда, там между собой не меняетесь, роги. А не, мне сопрот, блядь. 5 штук, что ли, что за прикол? Где там Биг Дэм? Плюс они где-то там. Подождите, дайте этот, я возьму пачку. Поставьте кто-то ГБ, у меня забагалось. Пачку возьму новую, а то у меня там 4 сопрота лежит. Так, короче, этот самый. Так, пачку взял. Шелфир, на, короче, я тебе сопротов дам сейчас. Пораздаешь. Так, где ты? Так, вот. Все, кидайте и медведю, и еще звездочки дополнительно кидайте, обмен. Быстрее раздадим. Так. Сопроты, дальше там до конца будет на Синдре, на этом ничего, пускай сопроты будут у вас. Если кто-то сильно живучий, там можете. Если у вас сильно дорогая ДД фласка. Так, МС-ка. На тебе, я еще мусор тебе скину, блядь. С моба залутал. Сука. СС кому накинуть? Сейчас скажу. Значит, это бояшки так и дай. Да я там, блядь, ему какой-то искрящийся морозный гриб вот эту хуйню отдал, блядь. Этот, ну давай. Метамизол, давай, короче, СС. Блядь. Ты поменяй Биг Дэма с магом местами. Да, да, да. Чем поменяю? Вообще вот так поменяем. О, заебись. Этот самый, значит... давай, метамизол СС на Инсику. Рилли на Диссолюта. Валкар на Не Люблю. Ну и Притон на Электрому. ССы. Значит, по сейвам. Смотрите, у нас дохуя сейвов. На первой взлетке будет... этот... Массакрат Холидринка. И... два гимна на хп от Диссолюта и Не Люблю. Сейчас Диссолют, ты в Диссе? Так, два хила дают. Хилы вас расставляют, Зубражин с бидоном? Или не надо? Я думаю, сами, ну, не сдохните там. Не буду ставить метки вам. Этот. И на второй взлетке, значит, Инсика, Массакру с мастерауром даешь. И на хп Шалфир с Биг Дэмом дают. Вот. И еще добавим на второй взлетке Электрому, Вадикон, добавите этот, как он называется. Спокойствие, блять. Ну а Локи на первой взлетке ебаните по себе и на второй защиту заслон от тьмы, блять, вот эту хуйню. И еще жизни пососите там. Ну, типа, чтобы не сдохнуть точно. Так, по укусам. Самое главное, блядь, передать укус. Не заслакайте с этой хуйней. Вау, мне на какой взлетке масса труда? Холидринг на первой взлетке. Инсика на второй. Стоите все под боссом? Стоим в РНЖ. На РНЖ играем. Так, даю отчет. На пылы на медведя 4, готовим. 3. 2, 1. Так, отлично. Биг Дэм укусит Шелфира. А дальше, после Шелфира, Биг Дэм укусит Вадикона. А Шалфиру кусишь Притона. И все, а дальше уже похуй. Так, внучок. Да, блин, надо было тем. Вот с этой хуйней, с рящейся тенью, смотрите, заранее сейчас буду говорить, готовьтесь выносить, чтобы вот это засрано не было места. К стене старайтесь, чтобы начинали лужи выливаться.
Ну и с красными лучами побыстрее сбегайтесь. Кресты, надеюсь, на себя антифир кинули. Тени смотрим. Внучок опять. Где плащ теней? А вот он, молодец. Молодец. Надо было шамана одного к нам в пати закинуть. Да, похуй уже. Ну там гримзол и хилы для себя поставить, это темп трепета. Остальное там... Кресты здесь пылят. Когда будет босс на взлетку идти, просто от луж подальше отбегите метров на 30. Потом на рейндж встанете уже. На взлетке главное засейвиться, захилиться. Тени секунда. Внучок опять. Твой триумф. Хуя внучок работает, блядь. Значит, следующие тени, вот сейчас лучи. Следующие тени. Тот человек, который понесет. С него надо и диспелить фир и максимально его захилить. Бидон, ставь тотем на ману, шелфир гим на ману. Вадикон, иннер по бидону. По 5 секунд. Укушу притона. Вот этого килиу захилить, килиу захилить. Улидрин, готовься. Притон, давай. Потекал звездочки. Два хила, готовьтесь. Давай. Давай хулидринг. Хилы, давайте гим на хп. Сейвитесь, 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 сука, сейвитесь. Ой. Все, ближайших кусайте уже похую, только сильно хилов там не увлекайтесь. Все, хуярим. Так, электрому, иннер по зубраджину. Так, выноси килия. Так. Я сову электро этого хуйня, то что там. Зубраджин, ставь тотем. Не люблю гимна ману. Это финалочка. Гримзола кусаю. Тени 2 секунды, сейчас готовимся. Два носка, два кин, блядь. Наебал. Так, вот следующие тени 7 секунд, и они будут после них фир. Их надо засейвить, челика захилить, сдиспелить. Готовимся. Зубраджин. Захилить, задиспелить, каплю ему зубы, всю хуйню, крылья ему нахуй, все говно на него закиньте. Диспелим фир, инсика, готовься. Вот, пошел сейв. Так, шелфир и бигдем. Читаем на хп, вихрь идет. Спокойствие все читаем. Я тоже спокойствие почитаю в мишке. Все, теперь захилимся и просто добиваем. А, укусы надо передать. Смотрите, вампиров не превратите сейчас. Передайте укусы и дальше мейте. Похуй кого, хоть танка, хоть кого кусать. Валяма там добьете. Ну передайте, кто там. Это одно тело еще. Гримзол не передал. Рынка. Там поводок.